Прощай, любовь моя.
потеряет мою ведьму. Любовь моя, я за вами еще приду. Ну что, ведь керосин кончился. Что случилось? Господи, ты мой маленький. Дим, ребенок. Ребенок, Дим, откуда? Димка, ребенок. Господи, прости. Она мертва? Да. Она мертва. Да. Она мертва. А ребенок? Тоже. Я люблю...
Ты мне слово скажи, и придется мне к сердцу отрава. Успокойся. Да ты дура, знаешь? Знаю, твоя курочка на свободу вырвалась. Что? Осиновый колыш не держит ее. Она свободна, знаю. Но успокойся. Она дух. А духов я умею защищаться. Я умею защищаться. Она дух. Да, дух, а духов я умею. Она дух. Дух. Ведьма, ведьма, ведьма. А духов я умею защищать. Дух.
принца вы мне дарили, и слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар. Их аромат исчез. Возьмите же, ведьма, подарок она нам не дух. Не мил. Она не дух, ведьма. Да. Она не дух. Вы красивы. Что ваше высочество хочет сказать? Я вас любил когда-то. Я хотела бы верить этому. Я не люблю вас. Тем более обманута теперь я. Уйди в монастырь. Уйди, к чему тебе плодить. Что ты грешников? Скажешь? Сам я скорее... Тише ты, люди услышат. Все же я мог бы обвинить тебя в таких вещах, что лучше бы... Признайся, это ее дочка. Признайся. Вот, да я знаю. Наверное. Воображение, чтобы придать им мог. Так я и думал. Чтобы их совершить в монастырь, в монастырь. О, силы небесные! Ну, помогите же ему! Исцелите же его! Иди, убей ее! Иди, убей ее! Пока твоя дохлая, мерзкая, синяя, ощипанная курица не убила нас! Иди! Отстань! Иди! Убей ее! Иди! Убей! Вам что? Мама! Ты, сука, очень похожа на свою мать. Мария,
Вот, я кое-что для тебя нашел. Раздвинь ноги. Раздвинь ноги, кому говорят. Раздвинь ноги. Любовь моя, иди ко мне, к своей курочке. Привиделась. Петр, зачем ты убил свою курочку? Курочка превратилась в волчицу. Теперь съест тебя, дурака. Ты возьмешь! Мария, дочь моя, помоги мне, помоги отомстить. Чего звал, а? Странные дела происходят, ребята. Что ржете? Шуты гороховые. Паршивый! Козел похотливый! Что ты делаешь? Отсюда! Как же я не ушла в свою натуру поганую, а? Какую поганую? Что я тебе велела? Что? 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 А ты что? Что я? Я! Что? Что? Грязный Боров! Я не Боров! Я тебе велела ее убить! А ты? А я что? Козел паршивый! Ну прости меня! Распутник! Да-да, прости! Кобель вонючий! Дай ее трахнуть один раз! Ну дай, 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 дай мне силы ее трахнуть один раз! Один раз трахну и убью! Трахну и убью! Убью и трахну! Все! Трахну! И убью! Убью! Трахну! Убью! Один раз! Хорошо! Но потом убей! Трахни и убей! Убью и трахну! Но только один раз! Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Интересно, где же ты все-таки была, голубушка? Стань, не помню я ничего. Странно, странно. Как же все странно. Олег, расскажи, что ты еще видел в котловане. Ой, да ничего особенного я не видел. Ну, шел я. Пиво нес вам. Лен было котлован обходить. Спустился прямиком. Песни напевал. У старой будки огонек горит тускло. Прекрасно знаете. Друг дорогой. Я уж было до него дошел, а вдруг из-за будки девка молодая выходит.
испугаюсь. И как ты не испугался, Олег? Без пистолета, один. Ребята, вот не испугался. Я подошел, смотрю вокруг, в будку заглянул. Нет никого. Вот так. Откуда печица? Куда же она могла подеваться? Знаете, то самое место, где Мария мужика напугала. Бедный Ёрик! Я не врал! Я не врал! Это ты взял! Зарплаты вычтут! Ты взял старый шут! Бери, бери! Да ладно! Всем известно, пить нехорошо. Пить вредно. А впрочем, знаешь, старое, ты совершенно права. Мы совершим экскурсию в котлован. Может, таинственную бабу найдем? Я возьму парабеллу! Просто маньяк! Гора! Маголупа! Я не альпинист! Хороли сегодня! Чешется и хуя! Король сегодня чешется и кутит! За здравие пьет и грудит в бурном танце! На лишь опорожнит он кубок с рейнским! Как гром... Да! Забыл все! Рав мне! Ура! А тут вот Гамлет! Вот который час! Должно быть скоро полночь! Уже пробило! Да? Я не слышал! Значит, близко время, как оленение, привидение, примет добродить! Гамлю снова Гамлет! Который час! Уже пробило! Который час! Пробило! Вот стоит! Кого? Я ж говорил вам! Эй, девушка, что ты там делаешь? Да. Мэм, идите пиво пить. Это призрак отца Гамлета. Это мамуля Гамлета. Мамуля. Ушла. Он манит на вас! Куда ты, милая? Чего вы имеете? Где жизнь моя дешевле, чем булавка? А что он сделает моей душе? Когда она бессмертна! Коня! Под бахнем что-то! Коня! Ну, я не к тебе, коню. Сюда пойдем, ну что, можно? Я про коня думаю. Зачем следует? Хранят нас ангелы Господни! Блаженный ты! Или проклятый дух! Да, да, уж близок час твой! Говори. О боже, отомсти-то за ее убийство. И должен отомстить, когда услышишь. Когда в мучительный серый пламень вернуться должен ты. Рассел, всем правит небо. Ну говори же, говори. Уж пробил час, птиц мой. Когда услышишь. Гамлет, чего бояться? Когда в мучительный серый пламень вернуться должен ты. И должен отомстить, когда услышишь. Уж пробил час. Поздно по себе! Но всех снуть ей! И всех Гамлет! Тупой раскул на запад и восток позорит нас среди других народов! Провинило что-то в нашем королевстве? Куда ты меня тащишь, а? Давай со мной! Твой образ так загадочен, что я о тебе взываю. Ответь мне, ответь. Вижу, ты готов. Но даже будь ты вял, как тучный плевел, ты бы теперь воспрянул. Слушай, Гамлет. Твой образ так загадочен, что я тебе взываю. Ответь мне.
Призрак, мать твою. Слушай, а почему у этого фонаря нет проводов? А? Там лампы нет. Да. Люся, 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 ребята, ребята, скорее сюда! Люся, Люся, а это ты? Помоги, Люся, ну помоги же! Иди, убей ведьму! Куриная лапа, вернись к своей дохлой, ощипанной, мерзкой курице. Это был первый. Будет и второй. Нет, буду откровенен. Нам придется нелегко. Поэтому я обращаюсь к вам. Алло. Граждане России, нам досталось тяжелое наследство. Слушай, товарищ генерал. Так точно. Артисты только что ушли. Да, странная история. Согласен. Религиозные сектанты. Так точно. Кто же еще? Конечно, психопаты. Согласен, колдуны. Пошли к черту, я занят. Нет, никак нет, товарищ генерал, это я не вам. Так точно, маньяки. Хочешь пойти в отпуск? Разберись этим делом. Служусь, товарищ генерал. Не сомневайтесь, приложу максимум усилий. Морг. Морги в Африке морг. И в Америке. И в Австралии. Он кто-то идет. Да нет. Здрасте. Пошли. Отдай!
Ваш? Наш. Олег. Да. Муравьи. 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 Обратите внимание. Потом. Пойдем поговорим. Пожалуйста. Значит так, вашему артисту воткнули в лоб куриную лапу. Хотите? Я хочу знать, где ваша дочь? На сцене. Где сцена? Пойдем, милый. Ее там нет. Она в уборной. В туалете? В грим уборной. Покажите. Пошли. Мария! Ну, не знаю, куда она подевалась. Все ясно. Значит, это именно ее я видел сейчас в котловане у этой будки. Mm.
Что? Никого нет. Никого. Да. А вот и она за мной пришла. Значит, спектакль уже закончен. Мария! Ну вот видите, все ваши опасения были напрасны. Вот видите, все нормально. Подожди. Странно. Очень странно. Что-то мне здесь не нравится. Дмитрий Николаевич, садитесь, подвезу. Ой. Снова куриная лапа во лбу, как у того актеришки. И идет он вроде на то же место. Странная история. А мы пойдем в обход. Все равно никуда не денешься от нас, придурок. Убей ведьму! Убей! Смелее! Убей ведьму! Вернись к своей курице. Вот и второй. Интересно, интересно. Надо пометить место. Интересно. Интересно. Ларгай! Держи! Держи! Вы что сломали? Пошли! А ну, пусти ее! Мария, пусти ее! Мария! Мария, пусти ее! Пусти ее! Пусти ее! Пусти ее! Пусти ее!
подтверждением постановления об исполнении государственного бюджета показал, что если депутаты не понимают эту простую истину, то вопрос о финансах большинство наших заработков не понимают ничего. И это были старательство финансового времени, не говоря о нормальных, больших и практиках, позволяющих правительству не только происходить до около класса в ответ на национальный заработок. Ну что тебе, Петр? Не могу! Помнишь, кто твоего внука вылечил? Мы тогда еще врачи домой умирать отправили. Баба моя его вытащила из лап смерти. Thank you.
шевели порошнями. Вы лысые. По стеночке. Скорее давай. Стеночки. Чего вы там копошитесь? Быстрее. Пошли. Слушайте меня. Я сейчас полезу в это окно. Вы стоите, ждете меня здесь. Но только без шума, понятно? Гениально. Руки. Давай. Бараны. Лысый. Ну давай скорее, давай. Все. Удачи. Ведите себя хорошо. Гениально, ребята. Тише, Ah!
Мария, дочь моя, я не отомщена. Помоги мне еще раз. Ведьма еще жива. Ты должна мне помочь последний раз. Ой, что, девочка моя? Зачем ты пришел сюда? Костя! Иди, убей ведьму. Иди, убей ведьму! Иди, убей ведьму! Это еще кто? Задержите его! Стоять! Стой! Куриная лапа, вернись, козёл. Куриная лапа, куриная лапа, тьфу. Куриная лапа, куриная лапа, вернись. Mm.
Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Вот дьявол, а! Граната? Какой козел тебе ее дал? Какая-то граната. Ложись!
Ну что, доигрались? Вставайте. Идите ко мне. А ты знаешь, мать твою, что автобус с артистами сорвался с обрыва и разбился? Все погибли. Что? Дорогу перебежала тигрица, машина потеряла управление и... Тю-тю. Чайник он и есть чайник. Пошли, ребят. Ну что же, подведем итоги. Все, в общем-то, ясно и понятно. Один придурок убил из ревности свою подругу и ушел к другой. Но осталась дочь. Прошло 20 лет, и покойница начала мстить противоестественным способом, пидораска. К тому же через свою доченьку, сука. Результат – целая гора трупов, а мой отпуск опять накрылся. Но это уже не имеет никакого значения. Пошли. Со знакомым злом, столь нам привычным. Или надо оказать сопротивление? Быть или не быть, для нас уж нет вопроса. Подрезаны мы в цвете грешных дней, не причищены и миром не помазаны. Мы посланы в торопях на страшный суд. Ухрани нас, Бог. Аминь. Вы приехали. Ага. Я понимаю, представление уже давно закончилось. Да, но они и не играют. Ну нет, никакой надежды. Надежды всегда есть. Бог милостив. Уж близок час мой, когда в мучительный и серый пламень вернуться должен я. О, бедный призрак, о, бедный я. И, конечно, никакого тебе отпуска.